Этаха парам танаврито бхуви гопабодхо Говинда эво никхилатмани рура бхава Банчанти Говинда ева никхилатмани рура бхава Банчанти яд бхавабхио мунайо баянчо Кинг брахма жанма бхир ананта катарасасья Кинг брахма жанма бхир ананта катарасасья Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: мед содержится в цветах. Каждый знает, что в цветах содержится мед. И нигде, кроме цветов. И только пчелы могут извлечь его оттуда. Гаудия Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: каждый знает, что мед содержится в цветах. И мы не можем сами извлечь его оттуда. Мы зависим от пчел. Напрямую мы не можем извлечь мед оттуда. Каждый знает об этом. Но кто знает о том, что помимо меда в цветах содержится яд? Вы знаете об этом? Прабхупад говорит: хорошо, в цветах находится мед, но также там присутствует яд, и об этом никто не знает. И есть еще одна разновидность насекомых. На бенгале она звучит как лютакрит. Эти самые насекомые извлекают яд из цветов. То есть в одном и том же цветке содержится мед, который могут извлечь пчелы, а также там содержится яд, который извлекает жучок лютокрит. Прабхупад говорит, несмотря на то, что пчелы не прибегают к помощи этих насекомых, которые собирают яд, лютокрит, для того, чтобы извлечь мед. Тем не менее, иногда между ними происходят стычки. Что вы подразумеваете под этим? Что под этим подразумевается? Что рупануга преданные. Нам необходимо предаться лотосным стопам рупануга преданных для того, чтобы обрести уникальную возможность, которая невероятно редка. То есть мы полностью зависим от рупануга преданных в том, чтобы обрести это. Как я уже говорил, в настоящий момент мы очень уродливы. Наша сварупа уродлива. Кришна не хочет смотреть на нас. Состояние нашего сердца плачевно. Часто Прабхупад говорил, что наша конечная цель — стать пылинкой на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами Пада. Почему же? Из-за того, что Рупа Госвами Пад невероятно прекрасен. Рупа
Рупа Госвами Пад полностью соответствует Сварупа Гасая. То есть Гауранга и Сваруп Гасай не отличны друг от друга. Простите, Гауранга и его Сварупа, наверное, не отличны друг от друга. Рупа Госвами Пад, то есть не отличны его облики и сам Гауранга не отличны. Радхарани пребывает в Гауранге, то есть Радхарани служит Кришне, Рупа Госвами следует этому. Поэтому Бхагаван Шри Кришна очень хочет видеть прекрасный облик Рупы Манджари, а Гауранга Махапрабху хочет видеть прекрасный образ Рупы Госвами Пада. Мы должны развить наше сердце, изменить наше грязное состояние сердца. Мы должны постепенно обрести облик подобный Рупы Госвами, Рупы Манджари. Это возможно лишь по его благословению. И с помощью прекрасного тела, прекрасного образа мы сможем привлечь Кришну, потому что Кришна привлечен подобными преданными, как это сказано в этой шлоке. Пчелы летают вокруг лотосных стоп Гауранги Махапрабху, которые подобны цветкам лотоса. Они летают для того, чтобы извлечь мед оттуда. Даже собака. Очень легко определяет тонкий аромат стоп Гауранги Махапрабху. Если мы обретем милость вайшнавов, нашего спутников Махапрабху, таких как Прабхупад и Бхактивинода Тхакур, если мы обретем достаточно милости от них, это не будет чем-то невозможным. То есть мы сможем обрести все, о чем говорилось выше. Итак, пчелы не прибегают к помощи жучков, которые извлекают яд. Они не беспокоят их, не доставляют никаких неудобств. Тем не менее, эти жучки порой начинают сражение, потому что они заинтересованы лишь в яде. Эти жучки, лютокриты, им не интересен мед. Они сосредоточены на том, как извлечь яд из цветка. Таким образом, те, кто хотят извлечь яд из Расалилы, из этой прекрасной, совершенной, несравненной Расалилы, если кто-то хочет найти там яд, позвольте им делать это. Мы не будем обращать внимания на них. Мы не хотим следовать им. Мы хотим следовать Рупе Манджари, Рупе Рагунату. Таковы наставления Прабхупады. Поэтому мы хотим следовать им. Имеется в виду, мы хотим действовать в соответствии с его наставлениями. Прабхупад говорит, что мы должны воспевать славу учения Рупы Рагуната. Мы должны прославлять учение Рупы Рагуната. Несмотря на то, что мы знаем о том, что всего несколько людей в этом мире могут принять это,
Возможно, даже они не примут. Прабхупад говорит, что несмотря на то, что люди этого материального мира не заинтересованы в восприятии этого учения, тем не менее, учение Гауранги Махапрабху настолько уникально, то есть редкие души способны воспринять прекрасные лилы Гауранги Махапрабху, как это поется в этом баджане на Бенгале. Яди Гаурана Хойто. Если бы Гауранга не пришел, кто бы смог понять эти совершенные вещи на каждом шагу Гауранга Махапрабху? То есть Гауранга Махапрабху являл такой пример, что люди не могли понять его неправильно. Находясь в Бхаве Шримати Радхарани, он совершал служение. Шаг за шагом, если мы хотим следовать каждому поступку, каждому полному примеру Махапрабху, мы сможем понять, что есть Кришна Лила. В противном случае это невозможно. Без помощи Гауранги невозможно понять трансцендентную лилу, лила Вилас, которая внешне выглядит как материальная. Махапрабху был очень внимателен по отношению к Кришна Лиле, Кришна Санкиртане. Настолько внимателен, осторожен, что люди не могли иметь никаких недопониманий в отношении его. Раса лила не грязна, она уникальна. Нет даже запаха камы в этой лиле. Она полностью трансцендентна, как я уже приводил пример. Дживатма по своей природе чинмоя, то есть трансцендентна. Она настолько мала, что если атма покидает тело, никто не может ее увидеть. И из-за такой мельчайшей чидатмы слон обладает такой силой, и также лев может съесть кого угодно. Обезьяны прыгают с ветки на ветку благодаря этой чидатме. Эта чидатма находится внутри царя, который возглавляет государство. Из этой чидатмы вы провозглашаете себя женщиной или мужчиной. Но если чидатма покинет тело, вы не сможете понять, мужчина — это мужская атма или женская. Все мы являемся шакти-татвой, поэтому у нас есть возможность принять участие в танце расе. Несмотря на то, что дживатма — шакти-татва, внешне это никак не проявлено. Нет никаких явных определений, мужская она или женская, мужского или женского рода чидатма. Во Вриндаване все растения трансцендентные. Так же, как атма, она, ее качество, она настолько крошечна, как маленькая пылинка, то есть как частицы света, но, говорится, еще меньше. В действительности это не свет. Это нечто иное. То есть во Вриндаване все трансцендентно. И сейчас подумайте, крошечная дживатма,
То есть имеется в виду, что во Вриндаване абсолютно все, наверное, одухотворено. Каждая пылинка трансцендентна, полна в себе. И все, все там полно, но мы не полны. Каждая пылинка там пурна васту, пурна джагат. То есть все полно, полно в себе. Абсолютно все во Вриндаване пурна. Но здесь, в этом мире, все апурна. Но она станет пурна, когда она получит силу сварупшакти. В таком случае она обретет полное удовлетворение в самой себе. Но проблема в том, что сейчас у нас этого нет. Итак, Махапрабху постоянно, как я уже говорил, давным-давно, эту историю, когда Махапрабху бежал к холму Чатакапарвата, потому что там кто-то очень прекрасно пел Гита Говинду. Махапрабху не мог остановиться. Он несся, как ветер, к этому месту на звуки пения. Говинда бежал за ним и кричал: «О, Прабху, Прабху! Это Матаджи поет. Это женщина, женщина поет». Махапрабху несся, как ветер, но, услышав слова Говинды, замер, как камень, без движения, так, как будто бы все силы покинули его. Говинда подбежал к нему, и Махапрабху сказал: «О, Говинда, сегодня ты спас мне жизнь». Если бы я подбежал к этой девушке, к этой женщине и обнял ее, все было бы кончено с моей саньясой, потому что я саньяси. Сегодня ты спас меня. Попытайтесь понять его настроение. Гауранга Махапрабху — тот же самый Кришна. И Кришна, и Махапрабху очень осторожен в следовании этикету. И тот же самый Кришна танцует с тысячами девушек. Как же это примирить? Это главный вопрос. Мы должны понять, что я могу чувствовать, а могу не чувствовать этого, но раса лила нематериальна. Она трансцендентна. Она за пределами моего понимания. Она недостижима для меня. Один шакал, будучи очень умным, хотел своровать что-то сладкое, что-то вкусное. Виноград хотел сорвать с дерева, но он не мог допрыгнуть до ветки, на которой рос виноград. И тогда он прыгал. В конце концов, когда из-за своей неудачи он сказал, что он кислый какой-то. Кислый виноград не нужен он мне. И таким же образом мы, когда у нас нет возможности войти в Рупанога Роганога Бхаджан, нет возможности постичь Расалилу, и я начинаю говорить грязные вещи о ней. Таково наше положение. Шлока, с которой я сегодня начал, очень важна. Удхава Махарадж плачет и говорит: Муни и Риши,
из-за страха этого материального мира, полубоги постоянно хотят обрести милость лотосных стоп Говинды каждую секунду. Кришна-према — высочайшее богатство. Мы не можем переоценить его. Мы думаем, что гопи — это прекрасные женщины, девушки. Нет, но они это не так. Они трансцендентные. Они совершали... Простите, мы не знаем, сколько аскез нам нужно совершить, чтобы достичь лотосной стопы Говинды. И насколько удачливы гопи, какой баджан они совершали. Несмотря на то, что они Ананда Чинмоя. То есть есть гопи, которые относятся к категории садана ситхи, которые сами достигли трансцендентного положения, как жены браманов, ягикпатни. И в сравнении с Кришна-премой, рождение Брамы, имеется в виду рождение в форме Брамы, рождение как Брама, не имеет никакой значимости. Никто не может достичь стабильности. Как это возможно? Только лишь благодаря Кришна-преме. Благодаря Кришна-преме можно достичь истинной стабильности. Даже Брахма плачет и говорит. Брахма, создатель этой вселенной, по милости Кришны, он создал ее. Он, Брахма, плачет, в 10 главе это описано, когда он говорит, следующее, я... Мои усилия ничего не стоят. Лишь Тринада Пибав, то есть смиренное положение, смиренное настроение. Это очень важно. Без этого мы не можем достичь милости Гуру Вайшнавов. И Брахма говорит, несмотря на то, что, наверное, он не говорит напрямую о Тринада Писанчана, это заключено в его словах. Прабхупад объясняет, что Брахма говорит о том, что необходимо избавиться от аханкара, ложного эго, что ложное эго недопустимо. This is very important.
Брама прибегает к помощи саду, гуру и вайшнавов. Не каждый в этом мире саду. Нельзя называть саду те, кто поклоняется Кали и другим полубогам. Сад — это то, что вечно, вечно существует, как бхакти, как настроение служения Кришне. Потому что бхакти — это естественная природа души — служить. Мы, находясь, то есть, я хочу постоянно находиться перед Гуру и Вайшнавами, потому что их единственная обязанность — служить Шри Кришне. Так говорит Брама, и этот же Брама принимает прибежище лотосных стоп Мукунды Бхагавана и говорит: если вы сможете родиться во Вриндаване как растение, если вы примете форму растения во Вриндаване, вы обретете возможность то есть лишь по милости Браджаваси вы сможете родиться во Вриндаване, пусть даже растениями. Жизнь гопи полностью посвящена служению Мукунде. Они ничего не знают, кроме Мукунды. Они не помнят о себе, о своем теле, о всем, что связано с ними. Они забыли обо всем. Шрути, смотрите, хотят стать пылинками на лотосных стопах Бхагавана. Если мы... То есть...
быть пылинками во Вриндаване невероятная удача, потому что гопи, Кришна пасет коров, и нет, простите, быть растениями, наверное, во Вриндаване очень большая удача, потому что они получают пыль с лотосных стоп Кришны, гопи, Радхарани. Итак, если Брахма воспевает славу Вриндаваны в Раджавасе, посмотрите, если сам Брахма прославляет гопи, как мы можем оценить? То есть, если Брахма прославляет растения во Вриндаване, как мы можем оценить по-настоящему оценить положение гопи, которые достигли возможности, обрели возможность принимать участие в танце раса? Шрути и Смрити хотят обрести этот шанс, эту возможность также принять участие в трансцендентных играх. Попытайтесь понять это. Брахма говорит: Шри Хари, Пурна, устанавливает с ними отношения с Браджаваси. Кто-то видит его как своего друга, кто-то как своего ребенка, кто-то по-разному. Каждый обладает отношениями, особыми отношениями с Кришной во Вриндаване. Таким образом, насколько удачливы они. Мы забыли один момент. Хари находится за пределами материального понимания. Он Ниргуна. Парикшит Махарадж спрашивает Шукадева Госвами, как возможно, что люди поклоняются Шанкаре, Ганеше, Девамае, они получают так много, благодаря своему поклонению они получают так много материальных вещей, богатств. Но те, кто поклоняется Кришне, Бхагавататтатве становятся нишкинченными. Мы видим, что у них нет никаких богатств, ничего нет. И тогда Шукадев Госвами отвечает на это. Баджан Шри Хари — это очень серьезно. Хари за пределами нашего материального понимания, за пределами материальных концепций. Он видит каждого, то есть человек, достигший совершенства, смотрит на каждого как на параматму, как на дживатму, то есть имеется в виду как душу. И в человеке присутствует дживатма и параматма. Как две птички на ветке. Один вкушает плоды, а другой смотрит. Первый, то есть дживатма вкушает плоды, счастье и боли. Удовольствие, наслаждение и страдание. В Гите сказано, что две эти птички сидят на дереве, и дерево сравнивается с материальной самсарой, а корень этого дерева растет не вниз, а вверх. Шветасватара Упанишат говорит, что на этом дереве есть два плода — счастье и страдание. А также
То есть ваше дерево тоже можно сравнить, ваше тело можно сравнить с этим деревом, на котором сидят две птички, которая вкушает плоды счастья и несчастья, а другая птичка просто наблюдает за ней. Таким образом, Дживатма и Параматма постоянно рядом друг с другом. Но мы не чувствуем этого. Если кто-то поклоняется Кришне, кто-то любит Кришну, совершает служение ему, он должен достигнуть этого, достичь этого уровня. И этот мир — это Девидам, все полубоги, которые находятся в раю. Если мы будем поклоняться им, мы обретем их благословение. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, что они исполнят ваше желание, но поклонение Кришне требует особой подготовки. Простите, не требует особой подготовки, наверное, необходима лишь любовь. Мы должны, то есть мы можем служить Кришне, любить Кришну, совершать служение Ему, совершать баджан. Баджан подразумевает под собой служение при помощи садгуру. При помощи садгуру, который находится в линии Рупануга, Рупанук. Я не могу видеть... То есть, я не могу видеть Кришну, но как я могу Ему служить? В этом отношении гораздо проще служить полубогам, потому что те, кто поклоняется полубогам, рано или поздно, так или иначе, могут обрести даршан полубогов. Шанкар, Брама, все они... Все они поклоняются Бхагавану, жаждут увидеть его лотосные стопы. И с этими ожиданиями Брама совершает баджан, и Шанкар совершает баджан. Все риши и муни, они мечтают увидеть лишь сияние его от лотосных стоп Шри Кришны. И этот самый Кришна совершает свою трансцендентную уникальную раса-лилу. Как вчера я объяснял, что любая любовь в этом материальном мире погрузит вас в океан страданий. Как я уже приводил пример. Саубари Риши. Если вы вступите в отношения, в которых оказался он, вы потеряете свой баджан. Вы можете прикладывать очень много усилий на пути своего харибаджана, но потерять все плоды всех этих усилий не займет и секунды. Как это случилось в его случае, он решил жениться на 50 дочерях, на 50 девушках, изменив свое тело, превратившись в молодого человека, красивого молодого человека, он смог это осуществить, но в конце концов он рыдал, это привело его к рыданиям. Он сказал: 16 тысяч лет я совершал аскезы, и в конце концов я потерял все. Он попал в очень плачевное состояние. Ситуацию. Итак,
апракрита кама погрузит вас в океан трансцендентного блаженства, в то время как материальная кама погрузит в океан страданий. Поэтому они полностью противоположны, и мы не можем их сравнить. В материальном мире мы плачем, если кто-то из наших близких оставляет тела. Мы испытываем вираху, которая погружает нас в океан страданий. Но та же самая вираха. Хотя это лишь внешне выглядит, что это то же самое, но то есть, вираха по отношению к гуру и вайшнавам. Если мы получаем это настроение, что мы потеряли самое ценное в своей жизни, потеряли Шри Кришну или вайшнавов, мы можем плакать в разлуке. И это настроение поможет нам развиваться, поможет прогрессировать, совершенствовать наш баджан. Поэтому мы говорим «вираха махотсав». То есть вираха — это боль, но как это может быть махотсав, то есть как это может быть праздником, праздник разлуки? Поэтому мы употребляем это словосочетание. Итак, материальный мир — это перевернутое отражение трансцендентного мира. Это выглядит как нечто подобное, но в действительности нет ничего одинакового. Это полностью противоположные вещи. Подумайте о случае, который произошел с Пуруравой. Он был настолько могущественен, но он плакал как ребенок, когда потерял Урваши. Урваши была очень могущественна, также она помогла полубогам победить демонов. И из-за своей материальной камы Пурурава стал как попрошайка, как нищий, абсолютно опустошенный. Тот, кто помог полубогам победить демонов. То есть он очень могущественен, и тело его было очень крепким. Любая женщина была бы привлечена им. Шукадев Госвами. Как в случае с Шукадев Госвами, когда он проходил мимо прекрасных девушек, которые играли в пруду, он был очень красив, но он не обращал никакого внимания ни на кого, и он прошел мимо девушек, а те... То есть любая женщина... испытывала бы влечение. Поэтому подумайте, то есть Пурурава был очень прекрасен, очень привлекательным человеком. Он был очень могущественным человеком, но он лишился всего, превратился в полный ноль. Он плакал как попрошайка, как уличный нищий. «О, пожалуйста, спаси меня, я умираю. Где же Урваши? Урваши, я не могу без нее». Что это? Что же это такое? Вся его вирья, вся его сила покинула его. Поэтому будьте осторожны. Почему я говорю об этом? Для того, чтобы вы помнили о том, что нельзя совершить ни единой ошибки. Ваша жизнь очень коротка. Одна ошибка, и вы должны будете расплачиваться за нее. Жизнь очень коротка. Посмотрите, Субхаририши 16 тысяч лет совершал баджан, совершал харибаджан, и он еще у него оставалось запас времени. И тогда он, как бы, у него было время исправить свою ошибку, но никто не знает, будет ли это время в нашем отношении, в нашем случае. Не будет, скорее всего. Махапрабху не простит нас. Он настолько строг, что он не простит наших ошибок. Как я уже говорил о Пурураве, он был обманут Гандхарвой. Когда тот плакал, рыдал о разлуке с Урваши, Урваши наговорила много нехороших вещей, Пурурава искал ее. В конце концов, он встретился с ней в Харидваре. А Урваши сказал в ответ,
очень жестко. Лишь один раз в год я могу прийти к тебе. Раз в году я могу быть с тобой. А Гандхарвы, в конце концов, обманули Пуруравву с помощью какого-то волшебства, магии. Это не то, что было с Ситой, когда Рама проводил свою ягью, сделали вторичный, ну, второй образ Ситы. Это что-то иное было. Итак, Урваши ушла, а Гандхарвы обманули Пуруравву. Они создали Агнистхали. В общем, как-то они так сделали, чтобы Пурурава начал думать, что Урваши с ним. Это сделали Гандхарвы. Итак, в конце концов, он понял, что в действительности это обман, это не Урваши. Когда он осознал свою собственную ошибку, что он совершил величайшую ошибку в своей жизни, он начал рыдать и произнес слова, которые являются величайшим уроком для нас. Пурурава произнес этот стих, выражая свои чувства. Собари тоже говорил многое, чувствовал многое, но сейчас нет времени говорить об этом. Смерть неизбежна, но мы не можем видеть ее, как слепой Дхритарашта. Смерть стоит за нашими спинами, но мы не можем этого видеть. Мы живем, наслаждаясь, но смерть стоит за нашими спинами. Видура Махарадж говорит об этом ему. Садусанга невероятно важна. В Чайтанья Чаритамрите сказано. Коренная причина Кришна Бхакти — это саду санга. Если вы хотите достичь совершенную прему, которая очень редка, это также зависит напрямую от общения с саду. Но от общения с истинным саду не нужно терять даже секунды. Мы можем обрести бхакти-сиддхи в этом рождении. Какова значимость мирского образования? Она абсолютно не имеет никакого значения. Никакие аскезы, никакое отречение, изучение Веды, Веданты не поможет нам, даже если мы живем где-то в уединенном месте и поддерживаем Маунаврату, то есть обет молчания, это никак не поможет нам, если мы хотим стать То есть все эти вышеперечисленные вещи служат лишь для увеличения чувственных наслаждений.
Шрила Прабхупад говорит, я не хочу до конца своей жизни видеть лица тех, кто занимается увеличением своим, те, кто под названием Кришна Севы на самом деле стремятся прославить себя, обрести богатство материальное. Чем бы мы ни обладали, красотой, образованием, если какими-то аскезами, совершением аскез, если мы живем в уединенном месте, поддерживая обет молчания, что бы то ни было, все это, если мы делаем все это для того, чтобы обрести пратиштху, если... То есть, если наш ум погружен в... в материальное наслаждение, если мы привлечены женщинами, каков смысл этой жизни? В чем смысл? Постарайтесь понять эти очень важные вещи. Кама и према не одно и то же. Кама доступна лишь в материальном мире. Лишь кама доступна в материальном мире. Она недоступна в... То есть ее нет в трансцендентном мире. Постарайтесь изменить свое заблуждение, исправить свое заблуждение. Там лишь чистая любовь. Любые проявления любви в этом материальном мире осквернены. Будь это отношения, то есть родительские отношения, имеется в виду родителя и ребенка, мужчины и женщины, все это осквернено. Ваше поведение, ваша речь докажет, что покажет, ведомы вы премой или камой. Шрила Бхакти Прамадпури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Ракшакшидар Госвами Махарадж. Если мы посмотрим на них, то мы ясно поймем, что каково их положение, они в океане камы или премы. Если сердце мое грязное, как я могу помочь другим? Если у меня грязь в сердце, я могу распространять лишь грязь. Если же у меня амрита, по милости Гурварги, я могу распространять амриту. То есть как мы можем отличить дерево одно от другого по плодам? Манго это или малина? Мы настолько удачливы, тем не менее неудачливы. Прабхунанда Сарасвати Пад говорит, в этом стихе речь идет о настоящем нищем. То есть, как Махапрабху принес сюда поток премы. Но, то есть, поток богатств, тем не менее, мы настолько неудачливы, что мы остаемся нищими. Махапрабху принес океан Амриты, океан премы. Он затопил ей весь мир. Весь мир затопил премой. Но мы находимся в океане Камы,
Потому что мы не понимаем ценность премы, и мы неудачливы. В этом наша неудача. По сей день мы нищие, у нас ни копейки. О чем идет речь? О том, что у нас нет премы. Махапрабху говорит Кришне, молится Кришне. Жизнь бесполезна без премы. Я бедняк. Махапрабху хочет, чтобы мы поняли. Все, чем мы обладаем, не имеет никакой значимости, никакой ценности. Все, что мы делаем, все необходимо задействовать в Кришна-севе. Если преданный честный, он задействует все, что у него есть в служении. Но сложно найти, то есть никого, мы не можем найти ни одного, кто бы полностью посвятил себя служению. У всех есть какие-то корыстные мотивы. Даже вот, например, дикшу я получу, тоже там какие-то корыстные замыслы, корыстные ожидания, что если Гурдев будет служить мне, я буду поклоняться ему. Если он не будет служить мне, он станет моим врагом. Даже после того, как Махапрабху наводнил этот мир океаном расы, океаном богатств, я, тем не менее, остаюсь нищим. Даже капли я не могу испить. То есть у меня нет ни капли премы. Те, кто бегают за положением саньяси, ачария, они навсегда теряют свою жизнь, навсегда. То есть их сгубит это, их желание денег, славы, почета. То же самое произошло с одним царем. Он потерял все, и потому что он хотел наслаждаться. В конце концов, он пал и понял, что он находится в океане страданий. Нет ничего, кроме страданий в его жизни. И тогда он сказал, произнес этот стих. Камы нет конца. Постоянное неудовлетворение будет длиться бесконечное количество жизней, потому что мы идем в неправильном направлении. Если мы хотим удовлетворить себя камой, мы глупцы. Это невозможно. Органы чувств, обусловленный ум никогда не скажет вам «хватит, стоп». Ваши органы чувств никогда не скажут «хватит, я удовлетворен». Никогда. Они лишь будут говорить «еще, еще, еще». Продолжай служить мне. Продолжай служить органам чувств. Но постоянное неудовлетворение в конце концов погрузит вас в океан страданий. Все это знание нисходит от Кришны. Все шастры, которые дают нам это знание, даны нам Кришной. Наранат,
Все нисходит от Нарайны, происходит от Нарайны, от Бхагавана. Итак, мы не сможем достигнуть удовлетворения, пытаясь наслаждаться. Если мы решили достигнуть удовлетворения с помощью насыщения своих чувств, мы можем пытаться вновь и вновь, но никогда не достигнем этого удовлетворения. Пример этому дан Джаджати. Он объясняет, что никогда вы не достигнете удовлетворения таким путем, как в огонь подбрасывать масло, топливо. Огонь лишь возрастает, увеличивается. Мы пытаемся потушить огонь с помощью нашего баджана. То есть баджан заключается в том, что мы тушим огонь материального существования, но наслаждаясь, мы подбрасываем туда топливо. И попытки наслаждаться никогда не принесут нам удовлетворения. Необходимо помнить один очень важный момент. Что же это за момент? То, о чем говорил Махапрабху. Те, кто хотят совершать Кришна-бхаджан, достигнуть прему. Те, кто хотят пересечь океан материальных страданий и достичь океан премы, тем, кто хотят достигнуть кама-васту, простите, смотреть на те, кто хотят достигнуть премы, для них запрещено смотреть на любые объекты, которые доставляют удовольствие органам чувств, женщины и так далее. Махапрабху дает предупреждение: будьте осторожны с наслажденческим настроением. Вы не должны смотреть с наслажденческим настроением на объекты наслаждения. То есть нельзя смотреть ни на что, как на объекты своего наслаждения. Потому что это подобно яду. Если вы хотите порвать со своим обусловленным состоянием и достигнуть океана премы, в таком случае нельзя соприкасаться с вишайи, то есть с теми, кто наслаждаются, с наслажденцами. Возможно, они в одеждах саньяси, тем не менее, это неблагоприятное общение. То есть многие сейчас делают бизнес под именем баджана. Как я уже говорил, намного лучше выпить яд, чем соприкасаться с наслажденцами. Свишаи. С теми, кто постоянно думает о потерях и обретениях материальных вещей. Они настолько слепы. То есть мы, наверное, слепы в отношении их. То есть они совершают, как Юдхиштхира Махарадж говорит, я говорил уже об этом. Я собираюсь совершить ягью, раздать пожертвования с таким настроением, что это моя обязанность, без всякого корыстного интереса. Потому что я не бизнесмен, говорит Юдхиштхира.
Они были готовы, он был готов отдать все Верховному Господу. Как понять, как осознать уникальную прему, уникальные игры Кришны? Даже Брахма, Шанкар, Шеш Бхагаван, Если у вас такое настроение, что я не могу жить без Кришнапрема, такая сильнейшая привязанность к Кришне, есть ли у вас такое чувство? This prem seva, which is done by Vajagopikas, they are doing. Is it a matter of joke? Гопи совершает према-севу. Попытайтесь понять ценность этого. Рагунатдас Гасай плачет. Если мы посмотрим на его жизнь, жизнеописание Рагунатдас Госвами, Шрила Прабхупад говорит, и вся наша Гуру Варга говорит, если вы хотите, даже в Киртане об этом говорится, если вы хотите каждый день увеличивать свое вдохновение, вы должны читать, изучать жизнеописание Санатана Госвами, Рагунатдас Госвами, Рупа Госвами. Бхактинот Такурам описаны, Бхактинот Такур описал в своих киртанах их жизнь. Бхактинот Такур говорит в своем баджане, что необходимо изучать жизнеописание святых, постоянно памятовать о них и плакать, о Рупа, Рагунат. Постоянно вы должны плакать по ним. И в таком случае ваши молитвы достигнут их стоп. Вы не можете напрямую обратиться к Кришне, достигнуть Кришну. Молитвы ваши не достигнут его. Джива Госвами Пад пишет в Бхакти Сандарбхах. Бхагавата Бахирмух дживы, материальные дживы, живут в страданиях. Махапрабху говорит Чейта Дарпана Марджанам, Шикшаштакам, повсюду лесной пожар. Куда бы мы ни пошли, в материальном мире повсюду лесной пожар. В любой стране, в любом уголке этого мира, всюду дживы горят в огне. И как же охладить наше полыхающее сердце? Одно лишь лекарство — это расаяна, амрита, амрита Кришна Лилы. Идите и пейте эту расу. Не смотрите по сторонам, что происходит вокруг. Не обращайте на это внимания. Если вы будете пить эту расаяну, очень скоро вы поймете, что вы забыли о своем теле и о всем, что связано с телом. И вы обнаружите себя в океане Кришна-премы.
Прабхупад говорит, безостановочно, постоянно. Даже когда гуру и вайшнавов нет рядом с нами, мы должны памятовать о них, памятовать их харикатху. Когда мы готовим, мы должны помнить харикатху вайшнавов. Это поможет нам. Настоящее слушание. То есть мы не должны забывать то, о чем мы слушаем. Это не есть настоящее слушание. Если вы закроетесь и будете наедине с собой, вы не, с, в своей комнате, вы не будете должным образом совершать севу. Вы должны находиться в обществе, слушать харикатху среди других преданных. То есть все вместе преданные могут собираться и совершать служение, и тогда они будут вдохновлены. Но если каждый будет по своим уединенным местам, что вы, великие саду, сиддхамаханты, махатмы. Джива Госвами Пад говорит, вчера я пытался объяснить эту шлоку, но я не смог это сделать должным образом. Бхакти Сандарбхе, он пишет, дживы, которые отвернулись от Кришны и не совершают баджан ему, страдают. Живут в страданиях. Поэтому они не могут напрямую получить Бхагавата-крипу, потому что они отвернулись от Кришны. Попытайтесь понять это. Если кто-то плачет, кто-то из вашего окружения плачет, вы будете думать, почему он или она плачет. Вероятно, есть какая-то причина, и сердце ваше начнет плавиться, вы будете сострадать этому человеку, захотите помочь ему. Но это не происходит с Кришной, потому что мы находимся в материальном мире, который не может затронуть сердце Кришны. Если какой-то нищий подойдет к нам и попросит пищи, мы пожалеем его и дадим, наверное, дадим ему пищу. В материальном мире мы испытываем симпатию. Хотим кого-то утешить, кто страдает, кому больно. Но это не распространяется на Кришну, потому что Кришна находится на другой платформе, его платформа несопоставима с нашей. Увидев плачевное положение кого-то, наше сердце наполняется состраданием, и мы хотим помочь этому человеку. Но Бхагаван погружен в наслаждение. Он Сварупананда, источник наслаждения. Как когда кто-то от наслаждения теряет голову. Вот это то, что происходит с Кришной. Когда кто-то напивается вина и теряет контроль над собой. Таково положение Кришны. Кришна переполнен Сварупанандой. Он постоянно хочет распространить ее, говорит всем окружающим, берите, берите. В читании Чаритамрити мой гуру Пад Падма, то есть в комментариях на читании Чаритамрити, гуру Пад Падма сказал мне, когда я впервые с ним встретился, он сказал мне о преме. Сейчас я... То есть, как только я предложил ему поклоны, и прежде я видел его на фотографии, затем, когда я встретился с ним воочию на крыше, первое, что сказал Гуру Махарадж, сказал, что Махапрабху распространял прему, и почему он начал именно с этой темы? Он говорил, Гауранга Махапрабху, как дерево, Махапрабху как дерево, которое наполнено плодами премы. Махапрабху говорит, приходите, приходите, я дам всем. Так
Khaya loke hok ajoro amare. Guru Maharaj started with this. I surprised why you must be. И я был удивлен, почему он начал именно с этого момента. Что за этим стояло? Какой урок хотел преподнести мне Гуру Падма? То есть первое, с чего он начал, это према. Первые слова, которые я услышал от него, были слова о преме. Гуру Махарадж говорит, Махапрабху — это огромное дерево, полное плодов. И садовник говорит, то есть садовник, наверное, Махапрабху подразумевается под этим. То есть он собирает со всех, с разных веток плоды и говорит, что это ваша ответственность, вы должны сами брать ее и распространять другим. И тогда вы избавитесь от своих страданий. Это сказал мне Гуру Махарадж. Сейчас я понимаю, почему он начал с этого. Я думал, что прежде он должен рассказать мне о карме, гьяне. Нет, он напрямую начал с премы. Тогда я был удивлен. По сей день я помню очень ярко, в точности, что и как он сказал мне. Я не могу забыть этого. Это совершенно, то есть, сладчайшие воспоминания, дорожайшие воспоминания в моей жизни. То есть я чувствовал, наверное, прему. Шрила Сиддхарта Госвами Махарадж переполнен премой. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж переполнен премой. Но моя проблема в том, что я не могу взять эту прему. Если мы видим, что кто-то страдает в этом материальном мире, мы испытываем сострадание, мы хотим помочь ему, но этого не происходит. То есть это неприменимо к Кришне. Мы не можем сравнить эти ощущения с Кришной, то есть эти наши ощущения. Поэтому в Киртане сказано. Наши молитвы не могут достигнуть Кришны, потому что мы находимся на материальной платформе. Чистые гуру и вайшнавы могут помолиться за нас. В моей жизни я совершаю много грехов, но если гуру и вайшнавы помолится обо мне, возможно, Кришна внемлет их молитвам и поможет мне. Когда мы совершаем баджан, в действительности это не баджан, такой так называемый баджан не достигнет Кришны. Кришна не будет обращать внимание. Когда мы наполовину совершаем баджан, тем не менее, он не придет к нам, наверное, во сне. Даже когда мы совершаем по-настоящему совершаем баджан, даже в таком случае Кришна может игнорировать нас, не будет приходить во сне, не будет помогать нам. Почему? Потому что Кришна очень умен, он хочет помочь нам. И каким же образом? Мы думаем, что это нечто негативное, когда он игнорирует нас. Но помощь Кришны позитивна. Если мы не получаем никакого ответа от Кришны, не получаем его даршана, мы будем плакать день и ночь, молясь, чтобы мы смогли достигнуть Кришны. То есть даже когда преданный находится на возвышенном уровне, Кришна может обманывать его. Но эти игры лишь для того, чтобы помочь нам. Он игнорирует нас для того, чтобы... То есть таким образом он проливает на нас милость. Таким образом он хочет увеличить наше
желание встречи с ним. Чистые преданные постоянно испытывают разлуку. В Гите Бхагаван говорит: Атмарама не ищет ничего вне себя. Все находится внутри их сердца. Они удовлетворены сами в себе. И нет у Атмарамы никаких обязанностей в этом материальном мире. Все обязанности уже исполнены им. Таким образом, мы не можем заключить, что Кришна бессердечен. Чистые преданные понимают, что удовлетворение находится внутри них. И Кришна спасает их из океана страданий. Кришна говорит: ясно, я покинул танец раса для того, чтобы посмотреть на ваше настроение, на ваше переживание этого, что вы почувствуете, для того, чтобы увеличить вашу бхаву, ваше... Вы совершаете баджан, вы поете о своей боли, блуждая по лесу. Поете о своей боли, но знаете, что я... То есть вы поете обо мне в разлуке со мной, но... Вы поете обо мне и плачете, а я также совершаю баджан вам. Вы поклоняетесь мне, я поклоняюсь вам, но вы не видите меня. Не видели меня, я наблюдал за вами, что вы делаете, какое у вас настроение. Вы искали меня, и в этих поисках вам было очень больно, потому что вы не могли найти меня, но я не предстал перед вами для того, чтобы увеличить ваше желание встречи со мной. This way, Krishna is going to give answer to the question. You know, you can remember yesterday I was speaking. Now I like to touch that point. Сейчас я хочу поговорить о том, как Кришна совершает свои игры. Шукадев Госвами разрушает наши неправильные представления об этом. Я уже говорил
объяснял это. Bhagavan is speaking. Aham tu. Bhagavan говорит. Если кто-то поклоняется мне, но я не отвечаю ему, не внемлю его молитвам. Как когда бедняк, то есть человек теряет все, становится бедняком, у него нет больше никакой поддержки, он день и ночь рыдает, я лишился всего, и думает лишь о потерянном, сосредоточен лишь на потерянном, не может думать ни о чем. Точно так же, как когда кто-то совершает баджан мне, он рыдает по мне, но я не внемлю его молитвам, я не дарую свой даршан. Но порой, как в случае с Нарадой, Кришна предстал перед ним всего на секунду. То есть в своей предыдущей жизни он получил даршан Господа всего лишь на секунду. Он рыдал, горько плакал. По Господу, и в конце концов раздался звук, раздался голос с неба. Никто не может видеть меня. Я уже говорил об этом давно. Вы можете вспомнить это. Abhivakta kasayanam, kasay mean you are not going to get maturity in bhajan. Somehow, due to exclusive. Если вы еще не достигли зрелости в баджане по какой-то по сукрити, которая приобретается с помощью употребления учиштхи, вайшнавов и так далее. В детстве мы видели, как когда мама готовит рис, она мешает. То есть она брала рис ложкой и смотрела, зерна проварились они или нет. Мы видели, наблюдали за этим в детстве, как мама готовит. То есть точно так же, когда этот рис не доварен, это сравнивается с незрелым баджаном. И в таком состоянии Бхагаван не предстанет перед живой, потому что нет еще зрелости. Если нет зрелости, зачем Бхагаван придет к вам? Вы не сможете встретиться с ним, не сможете увидеть Бхагавана. Но встает вопрос, зачем же тогда Господь предстал на секунду перед Нарадой, если невозможно получить даршан Господа? Зачем он всего на секунду, но предстал перед Нарадой? И Бхагаван отвечает, что лишь для того, чтобы увеличить твое желание, в этой жизни ты больше не сможешь увидеть меня, ты должен ждать. And
Те, кто не следует Гурупада Падме, те, кто не достигли зрелости в баджане, те, кто делает то, что не разрешено в баджане, в духовной практике. Когда нет стабильности в баджане, когда преданные не следуют своему гуру, садгуру, когда кто-то хочет достигнуть Верховного Господа, но процесс, которому он следует, абсолютно ложен, как процесс сахаджей, который наряжается, наверное, в женщин. Который наряжается в женщин. Они хотят стать гопи, хотят достигнуть раса-лилы. Сейчас я хочу поговорить о настроении Шукадева Госвами Пада. Его слова, то, как он излагает философию, настолько прекрасны. Если кто-то, у кого-то какие-то неправильные представления о философии вайшнавов, он рассеивает их. Когда доктор принимает решение, то есть лекарство, которое необходимо пациенту, доктор дает небольшими порциями это лекарство. Если он сразу же даст, то это опасно для здоровья. То есть он вечером-утром дает понемногу. Точно так же Шукадев Госвами небольшими порциями излагает свою философию, так чтобы мы могли понять ее. Вчера я говорил, Very important. Shukadev Goswami, in course of describing this Rasa Lila, anyway, Шукадев Госвами описывал Расалилу, и Парикшит Махарадж задавал вопросы. Он задавал вопросы ради нашего блага. Если бы он этого не сделал, то мы не получили бы совершенные ответы, которые дает Шукадев Госвами. И сомнения убили бы, наши сомнения, в конце концов, не дали бы развиваться нам на пути баджана. Итак, Шукадев Госвами очень осторожно говорит нам, если один невежественный ребенок стоит перед зеркалом, смеется, танцует перед зеркалом, смотрит. То есть Кришна совершает игру. Глядя в зеркало, он не может осознать, что это его отражение. Кришна
Когда Кришна пробегал мимо колонны, он увидел свое отражение в ней. И он был удивлен, кто это? Он хотел обнять сам себя. Таково положение дел. Сейчас вы можете понять, насколько он привлекателен. То есть Кришна говорит, что такой красивый мальчик, я хочу обнять его. И также из-под дьяволя. Когда Кришна хотел своровать масло, Ишода, мама Ишода взбила свежее масло, и Гопал хотел поесть этого масла, но по пути он увидел свое отражение в зеркальной колонне. Он подумал: о, какой-то еще тут мальчик, он видел, что я своровал масло. О, если он все маме расскажет, она накажет меня. Лучше мне с ним договориться. О, ты меня видел? Ничего не говори маме. Не говори маме. Я тебе отдам половину того, что я своровал. А Рупа Госвами говорит: этот Гопал, этот самый... То есть, о, Гопал, пожалуйста, спаси нас. Я молюсь этому Гопалу, пожалуйста, спаси нас. Таким образом, попытайтесь понять, что это настроение невежества не имеет никакой невежественности. Это не как материальные мальчики и девочки, не как материальные дети. Бхагаван, который является, который преисполнен Ананды, для того, чтобы принести удовлетворение своим преданным, являет подобные лилы. Лилы обычного человека, то есть как обычный человек он ведет себя. Шукадев Госвами рассказывает об этом случае, чтобы мы правильно поняли Кришну. Итак, многие дают разные описания Господа. Кто-то думает о нем как об обычном ребенке, но если мы будем размышлять так, это неправильно. Шукадев Госвами говорит, что объясняет, что гопи — это сварупа шакти. Желания Кришны полностью отражены на Радхаране. То есть, что хочет Кришна, автоматически Радхарани хочет того же. Их единственная обязанность — доставлять удовлетворение Господу Кришне. So if at all Sukadev Goswami speak in this way, one small boy as if going to play. Это что Шукадев Госвами говорит о Кришне как о обычном мальчике, что маленький мальчик, он как маленький мальчик видит свое отражение в колонне. В действительности нет ничего кроме Адвайта Гьяна Таттвы, нет ничего кроме Кришны. Что существует вне Кришны? Всюду пребывает лишь одна татва.
in such a way, there's a boy going to stand and play in, you know, in front of mirror, going to play Reme Ramesho Brajasundari, Reme Ramesho Brajasundari Vir Jatha Arvakaha Sha Pati Bimba Vibramaha. Just like a small boy playing with his own picture while he's going to watch in mirror, set, so no. В соответствии с таттвой, то есть если вы хотите поспорить, нет ничего невозможного для Кришны. Разные противоречия полностью примиримы, сладостно примиримы. Любое противоречие может быть объяснено в случае с Кришналилой, потому что для Кришналилы нет ничего невозможного. Кришна пребывает в сердце каждого. Кришна за пределами материального осознания. Он постоянно пребывает в своей нити лили на Голока Вриндаване. Лила его бесконечная. Порой, по милости Кришны, они не сходят в материальный мир. Но мы выражаем сомнения по этому поводу. Нас одолевают сомнения. И конечное заключение, что нет ни намека на грязную каму в играх Господа. Мы не можем сравнить раса лилу ни с какой изъявленных Кришной лил. Ни с одной лилой Кришны мы не можем сравнить раса лилу, потому что она самая высокая, самая совершенная. Потому что, как я уже сказал вчера, с точки зрения атмараматы, если мы будем размышлять о расататве, она станет сухой. Но одному невозможно наслаждаться расой. Кришна полностью удовлетворен. Тем не менее, он ожидает, что к нему будут каждую минуту приходить новые преданные. Он голоден, но он хочет не чапати, он хочет, несмотря на то, что он полностью самоудовлетворен, тем не менее он голоден. Это противоречивый момент, полностью примирим. То есть Кришна жаждет новых и новых преданных, общения с новыми и новыми преданными. Вриндаван Дас Такур, как вы помните, приводил множество доказательств, чтобы не осталось никаких неправильных представлений о Кришне. И в конце концов он говорит, если выслушав все эти доказательства, если Вриндаван Дас Такур говорит, если выслушав все эти аргументы, у кого-то остаются, все равно эти люди продолжают спорить. Если они не понимают, что игры Господа Нитьянанды, читание трансцендентное, пракрита, и
они не заинтересованы в слушании их игр, я пну их в голову. И это крипа, это совершенная крипа, высочайшая крипа. Потому что, когда гуру и вайшнавы хотят, то есть могут наделить нас пинком, это самая высшая милость. Не понимайте, не поймите это неправильно. Гуру Варга старается помочь нам, Шукадев Госвами пытается помочь нам, чтобы мы, чтобы не было у нас никаких неправильных представлений о том, кто есть Кришна, о том, что есть его раса Лила. Мы можем обрести высшее благо из наставления наших ачарьев. Мы, падшие души, Бададживы, с уверенностью можем надеяться, быть уверены в том, что мы достигнем служения Шри Кришне, если мы полностью следуем Гуранге Махапрабху. Если мы будем думать, что это просто какие-то истории, никакая не реальность, это большая, самая большая парадха. Большая парадха. Завтра я опять буду рассказывать о важных моментах. Возможно, послезавтра я расскажу о качествах Рагануга Бхакт. На Гаура Пурниму. Если вы меня благословите, я смогу рассказать все, что хотел. Если не благословите, я не смогу этого сделать. Итаха парам танубито бхуви гопабодхо Говинда ева никхилатма нирурабхаваха Банчанти яд бхаво бхио мунайо баянчо Кинг брахма жанвавир ананта ката расасо Манча калпатурвасе кипасинда бхавача Патитанан павана бхавишна бьо намо